Ну чё, народ, погнали! И всем привет, и вы снова на канале шоу Easy Games, и вы снова Need for Speed Payback. Да, и, ребят, извините за Mortal Kombat 11. Он, короче, багованный. На компах он не работает. Вот так вот. Ну, как патч, короче, выйдет, как заработает, так и мы начнем снимать. Ну, а так вы можете посмотреть это уже на других каналах. Ну, а мы начинаем. Нашел. Ребята, чекайте. Тачка находится здесь. И мы полетели. Вот и все. Ребята, не в этот раз. Ребят, подписывайтесь на канал. Ты убить меня хочешь? Ставьте лайки или дизлайки. И пишите в комментариях, у кого Mortal Kombat запустился на компьютере, а у кого нет. Да, ребят, давайте сделаем так. У кого игра не запустилась Mortal Kombat 11 на компьютере, ставим дизлайк. У кого запустился, ставим лайк. И посмотрим, сколько людей. Играет, а кто не играет. Осторожно! Да, с Need for Speed'ом такого не было. Чтобы игра на релизе уже с баком. Ну, именно с таким было, что черная игра, но игра сразу вылетает. Да,
пока у меня системные требования. С дороги! Процессор i5. 8 гигов операционной памяти. Видеокарта 1050 Ti на 4 гига. Но процессор 4-ядерный. Короче, мне минималка подходит для игры. Ух ты, куда я приехал. Если у меня не своростит, на максималке фигачит. Ой. Почему у меня Mortal Kombat не может фигачить? У меня Injustice 2 работает. А Mortal Kombat 11 нет. Что за фигня? Свали уже! РР, поехали. Так не остановишь! Выезжаем на дорогу. И улетели. Все. Матных ребят ушли. Визуальный контакт с машиной утерян. Машина направлялась на восток через Liberty Desert. Да, ребят, если у меня комп галима долго, ну как галима? Мисс Форспид бы не работал. Так что... Дело не в компостерах, а дело в разработчиках. Все, оторвался. Это одна из заброшенных машин? Хорошо. Ага. Ништяк. Да, ребят, берите эту машину, а то еще осталось несколько дней, и ее уже не будет, а на ней можно заработать деньги. Ее вот так вот прикатываешь сюда и продаешь. Потому что у вас уже, как бы, по идее, должна уже тачка быть. Ну, кто еще играет на Спорспид? Да, ребята, будем на этом прощаться. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока.